В Тюмени меняется схема вывоза отходов. До 25 декабря к своим обязанностям приступят подрядчики регионального оператора. Конкурсы на транспортировку мусора выиграли 7 лицензированных компаний. До этого момента в Тюмени действовали 30 возчиков. Часть из них перейдут на подряд. Кстати, некоторые уже заявили об уходе с рынка. Весь областной центр разбили на 10 районов. Сейчас разрабатываются маршруты вывоза. В контрактах прописано, что мусор от каждого дома будут забирать ежедневно, пока не выстроится более точная логистика. До 25 декабря мы уже должны перейти на вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, которые находятся в вашем видении, в том числе уже по новой схеме.